Привет, дорогие друзья, из Афьона, из деревни Демирли. Сегодня у нас пасмурная погода, и я в этом видео покажу, расскажу вам, чем мы занимаемся в пасмурную погоду, как проводим день. Конечно же, в первую очередь мы отдыхаем, очень вкусно кушаем. Утром было пасмурно, но не было дождя, сейчас порядка 22 градусов, мы немножко гуляли. И по деревне здесь у нас есть аисты, кстати, поэтому заходите в мой инстаграм, ссылка в описании, там очень много классных фоток, полезной информации, советов, достопримечательностей, в общем, всего того, что вы не найдете в других местах. Подписывайтесь на инстаграм, ну и на канал, конечно же. Ну а сегодня покажу вам, чем мы занимаемся в деревне, вечером поедем в город Афьон, который расположен здесь поблизости. Сейчас я нахожусь на втором этаже нашего дома. Вот такой вот вид открывается на деревню. Здесь недалеко есть столб, где расположились аисты, друзья. Сейчас я этот столб не вижу, но, в общем, где-то вот здесь вот есть детеныши, птенцы аистов. И вам их покажу, когда закончится дождь. Ну, а деревня выглядит вот так вот. Деревня небольшая. Здесь живет постоянно порядка 160 человек. И большинство, молодежь, конечно же, живет в городе. Здесь у нас сад, огород. Вот там вот огород. У нас сейчас свадьба, поэтому смотрите ролики, следующие ролики о свадьбе. И вот здесь такой небольшой... Но это не сарай, а помещение, где пьют чай, играет музыка. В общем, проходит всякое разное веселье. Здесь у нас огород, там поля пшеницы, сады вишневые. Ну, в общем, вот так вот выглядит наша деревня. Народ отдыхает, пьет чай. Ну, а я сейчас сижу в комнате, монтирую следующее видео для вас. Из окна у меня открывается вот такой вот вид. Внизу расположен балкон первого этажа и такой небольшой сад, который я показывала вам в одном из прошлых видео. Поэтому смотрите, там очень много полезной информации. Видео называется «Моя турецкая семья и наш дом в деревне». Ну что, друзья, пойдемте гулять по дому в пасмурную погоду, посмотрим, кто чем занимается. Спускаюсь со второго этажа. О, а тут у нас сидит Ясен, играет в игры на телефоне. Это сын вашей сестры Айханы. Здесь у нас дождь. Так, и в гараже народ... Слышу, там кто-то есть. И, наверное, народ сидит, пьет чай. А, Айхан там. Не персонс? Так. Mercimek. Ondan sonra burada helva için yemek var. Это все для свадьбы. Pilav için nohut var. Yağ var ve konserve var. Konserve bezelye mi? Bezelye. Bezelye konservesi var. Bu çay dağıtmak için çay var da. Ondan sonra gel. Вы знаете, что у нас сейчас идет свадьба, и вот на свадьбу купили горошек, подсолнечное масло, это для того, чтобы делать десерт, газ, стаканчики. Здесь у нас 100 кило. Рис 100 килограмм. Мерджимек var, kırmızı mercimek, çorba için 10 kilo. Чечевица 10 килограмм для супа. Zaten onlarda 2, 4, 6, 10 kilo bezelye var. 10 килограмм горошка. 18 кило яла var. 18 литров 5 масла. 5 кило ямек var. Ну и для десертов
10 кило ноут вар, 1000 тане вардак вар. 1000 стаканчиков и 10 килограмм нута, 5 баллонов газа. Так, Айхан сейчас нам еще что-то покажет. Идет дождь, надо бежать в ту сторону. Так, побежали. Здесь еще кое-что припрятано в сарае. Что сюда есть? Здесь сарай. И здесь... Бурда кола вар иште. Кока-кола, фанта, орехи, тарелки, семечки и лукум. В общем, вот такие вот. Бир де чипс вар. И два, две коробки чипсов. Вот такие вот приготовления на свадьбу. Бежим. Бежим дальше в дом. Так, а сейчас посмотрим, кто чем занимается. Сейчас Айхан нам расскажет, кто чем занимается. Ne yapıyorlar? Dinleniyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Dinleniyoruz. Dinleniyoruz. Ne yapıyorsunuz? Aa, bizim videoda abla mı söylemedik? Biz abla mı burada? Söylemedik, tamam. Hadi sen söyle. Hazır mısın? İşte yanımda Ayşe ablam var. Bizim kardeşlerin en büyüğü. Ablam eniştemle evli doğal olarak. Tamam mı? Büyük eniştemin eşi. Sende 5 çocuk mu vardı? 5 çocuk var. 2 erkek, 3 kız. Hepsi bu işte. Kazıköy'de yaşıyor. Ha, mi? Kazıköy'de yaşıyor. Evet, doğru. Bahçesi var. Bahçesi var, tarlada. Aha. Bahçe, domates, biber, patlıcan, barış, manço. Sen gülüyor. Hepsi bu. Sen Zeynep'i de anlatmadın. Ha, bizim kız kardeşim. Gel, sıra sende. Yok, ben oraya geçeceğim. Ama. Oraya geçecek. Geçelim sen de. Abi gel sen de ya. Başkan, seni şahit yapacağız. Tamam, olur. Niye ama? Gelinin şahidi. Şahit. Nikah şahidi. Ha. Başkan nikah şahidi olacak. Zinet Çetinkaya. Al bayrak. Zinet Çetinkaya, al bayrak. Anlat kendini, sen kimsin? Bizim ben... ailenin en küçüğü. Kaç çocuğun var? Sen söyleyeceksin. Sen ablamı anlattın ya. Canım, ablam ben Maksus anlattım. Sen kendini anlat. Patroniçe kendisi. Albayrak Ayşe'nin genel müdürü. Nilgün Albayrak Ayşe'nin genel müdürü. Öyle mi? Hı. Yasin gel. Gel, benim kuzen. Gelmiyor. Öyle işte. Bir oğlum bir kızım var. Eskişehir'de yaşıyorum. Tek, bizim sürelerden tek kaldım abi. Hı. Evet, Eskişehir'de yaşıyorum. Böyle işte. 81 doğumlu. Mayıs'ın 6'sı. Haziran'ın 5 miydi, Mayıs'ın 6'sı mıydı? Haziran'ın 5'i, Mayıs 6. Değil mi? Gerçeği 5. ayın 6'sı ama nüfus kağıdı maalesef 6. ayın 5'i. Evet. Tamam, bu kadar. Bu kadar. Yasin, sen kaç yaşındasın? 13. Daha 13'üne girmedim. Aa, söyleme. Gelmedin mi? Yaşının büyük diyor. 27'sine girecek bu ayın. Sen köyde ne yapıyorsun? Oturuyorum. Ha? Tanya öyle diyordu. Otur yoruldum ben. Tamam. Teşekkürler. Hadi Ayhan, mutfağa gidelim. Так, сейчас Айхан нам расскажет, что происходит на кухне. Мутфакта бильюм var. Когда мы заходим на кухню, нас всегда спрашивают, голодны ли мы или нет. Так, здесь стирает машинка. Şeker koyuyoruz. Para koyuyoruz. Arkadaşından doldurup cumartesi günü akşama hazırlık yapıyoruz. Allah nasip ederse. Çocuklar için bozuk para ve şeker. Çocuklar için bozuk para ve şeker. Eğlencemiz vardır. Testimiz var. Paralarımız var. Her türlüsü var. Şekerimiz var. Onları dolduruyoruz. Şu kapının arkasına da 2-3 tane şeker verdi. Onun gibi mi? Вот такая вот у нас кухня, и сейчас идем на балкон,
arkadaş. Değilsin sen mi? Aykan. Nilgün var yanında, kuzenim. Kuzenin mi? Yeğenin olmayın. Ya onlar da yeğen yok. Kuzen, onlar da herkes kuzen. Kız kardeşimin büyük kızı, yani büyük çocuğu kız, küçüğü erkek demiştik zaten. Ve benim en küçük kız kuzenim kendisi. Adı Nilgün. Okulu okuyor. Anlat bakalım Nilgün, ne okuyorsun? Adalet okuyacağım. Umarım bu sene başlayacağım daha. Adalet bölümü okuyacağım. Hukuk okuyacak kısaca. Kara kalem eskiz çalışmalar yapmayı seviyor. Yazı yazmayı seviyor. İşte senaryo gibi, düz yazı gibi yazılar yazmayı seviyor. Ondan sonra kitap okumayı sever kendisi. Nişanlı. Ve nişanlı. Nişanlı ama evliliğine daha bayağı var. Çünkü nişanlısının askerliği var. Onun okulu var. Öyle işte değil mi? Öyle okudum. Bu kadar. Bu kadar. Yasin. Yasin 12 yaşında. Ya daha ne bileyim 13. 13 yaşında tamam. Bizim ailenin akıl küpü. Kendisi çok zekidir. Ben mi? Değil bir daha düşündüm. Bir daha düşündüm. Biraz ortalama zeki. Tam zeki değil. Delisi. Bizim ailenin delisi. Değil mi? Bir daha düşün. Yeter canım. Daha ne düşünüyorum? Böyle. Kız kardeşimin eşi var, Atilla Albayrak. Ay kızım, buraya niye böyle oldu? Atilla Albayrak, kız kardeşimin eşi. Onun da Eskişehir'e dükkanı var, elektrik işleri yapıyorlar. Elektrik işleri. Bu kadar. Ha, orada abimin yanında da yengemin erkek kardeşi Bekteş var. Öyle. Сейчас время обеда. Покажу вам, что у нас на обед. Ötekileri abin mi olacak? Afiyet olsun. Teşekkürler. Ayhan, anlat ne var bugün? Et var, dolma var, sarma var, salata var, çorba var, mercimek. Benim emaneti aldın mı? Afiyet olsun. Dikkat et. Сегодня у нас на обед суп, сарма, салат, долма. В общем, вот такой вот деревенский обед. Вот так вот выглядит наша деревня с самой высокой точки. Приехал овощной магазинчик, и приезжает он в деревню только по субботам. Ну, стандартно, огурцы, помидоры, виноград, бананы, дыни, инжир и персики. Здесь еще одна машина с товарами разными. Здесь перец в основном и фрукты. А вот здесь вот в основном берут воду, которая, ну, родниковая вода. И здесь также животные пьют воду. Вода это чистая питьевая. Сейчас вышло солнце в этот пасмурный день. И покажу вам аистов. Вон, видите, наверху аисты. Чем заняться в деревне в такой день? Конечно же, ходить в гости к соседям, наблюдать за животными. Чуть позже вам покажу собаку Играку, которая играет со всеми, и маленьких-маленьких котяток. Вот это птенцы. Птенцы аистов. Через месяц они уже отсюда улетят. Ну и, конечно же, в деревне обязательно нужно покататься на тракторе. Он трактор. И что у нас тут происходит? Пока мы ждем, свадьба уже началась. Йок, я. Говорит. Да. Вот этих вот собачек я помню, когда они еще были щенками. А вот это вот охранная собака. Efendi efendi yiyoruz.
Красивая лошадка. Bu gelenler de hep beygirine beygire bir şey yürümek de hoşlanıyor. Bu yaşlı. Bak şimdi şey getirecek o zaman dedi dersi. Hadi. Ayhan yakın çek. Hadi daha yakın çek. Daha yakın. Tamam hadi gelsin. Bitti. Ay elim yeme. Oy. Tek elini ara. Hadi süt de mi getir? Süt de bu arpadan şey yapmış, tisinmiş. Korkma lan. O ok, arı geldi. Tamam bitti, bitti, bitti. Bunu bunu çok. Elini çek, biraz geri çek. Elini çek, elini. Atın efendim. Koy. Götü attın ya, götü. Sıkıntı çiğ. Buraya sıkıntı. Tamam, tamam. Bu yeni mi? Друзья, как я вам и говорила, сегодня второй день так называемой свадебной недели. И что у нас происходит? Сегодня такой ленивый день, то пасмурно, то жарко. И сегодня в основном ездили за покупками на свадьбу. Вечером мужчины будут разделывать мясо. И вечером будут танцы, потому что приезжают многочисленные родственники, собираются на свадьбу. Приглашено более 1000 человек, поэтому сегодня вот такой вот подготовительный день в плане еды, встречи родственников, организации каких-то того, что не было еще организовано. Ну и, в общем, день. День отдыха, можно так же сказать.